Всем привет! Сегодня мы будем разыгрывать Соню, потому что в ролике, где мы гуляли в повеше человечка, она схитрила и подсмотрела. Сегодня мы ее будем разыгрывать. Соня! Смотрите, у меня есть твое. Давай догони. Чего ты разу съел? Сегодня у тебя будет день пранков за то, что ты, кстати, сама будешь убирать, за то, что ты схитрила в прошлом ролике и подсмотрела буквы, там, где мы рисовали человечка. Иди вытирай. Да. Вот туда положу денежки. Вот это искусственные. И все вот это посыпется, он только будет. Посмотри, как это четко стало. Приятной уборки опять. Я еще один прям пранк придумала, она будет свой чай допивать, короче, я под кружку что-то налью, и она типа, когда возьмет ее, то она и выльется. Опять придется убирать. То ей наливать варенье туда. Я просто на ручку, она же будет браться за ней. Давайте начнем. Вот Саня уже сейчас будет идти. Привет. Спасибо, теперь я чай теперь вообще не допью. Соня! Соня, это ты сделала! Это была шутка. Ну вот, ребята, Сонины пранки окончены. Надеюсь, вам понравилось это видео. Какой тебе пранк больше всего понравился? Наверное, с чашкой. Я ее чуть не уронила. Это Сонина новая чашка. Она ее чуть не уронила, она бы разбилась. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте огромные лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наших новых видео. И всем пока!